Всем-всем большой привет! Наконец-то я добралась до каталогов Avon и после отпуска, пропустив один каталог, успела сделать заказ по 14-му каталогу. Приехал ко мне 15-й, но так как я опоздала на недельку, то наверняка девочки уже выкладывали обзор каталога, и я не знаю, надо ли мне листать его или нет, вы напишите. Надо или нет? Мне кажется, уже все посмотрели 15-й каталог. Заказ был у меня совсем мизерный, только потому, что на руках не было печатной продукции, и пришлось самой просто на сайте полистать и кое-что выбрать. Обычно берут подружки что-то, а тут не было возможности дать печатную литературу, и поэтому практически... заказала мизер, но был пакет-сюрприз, я думаю, основное будет интересное в нем. Все-таки одна подружка успела заказать шампунь, она его заочно заказала, говорит, если есть два в одном, Advan Technics, вот этот с ополаскивателем, который с зеленой полоской для сияния, она говорит, сразу заказывай мне большой, потому что люблю, лелею и только им пользуюсь. Когда приходится чем-то заменять, она прям страдает и ждет, когда же... опять вернется к этому шампуню. У нее волосы склонные к жирности, и ей вот нравится. Говорит, более такие объемные, пушистенькие становятся. Ну вот, как-то так. Я себе взяла очищающий тоник для проблемной кожи. Бывают моменты, когда именно такой тоник необходим. Бывает, когда лишние, может быть, питательные средства на лицо попадают, и где-то там поры закупариваются, и какие-нибудь высыпания. Ну, бывает редко, 1-2 прыща, и такой тоник, я считаю, что нужен всегда под рукой. Не для постоянного использования, потому что в него входит спирт. Да, да. Ну вот, на конкретные случаи он мне необходим. Мама у меня себе очередное колечко от Avon заказала. Ну, любитель она у нас колечек. Меняет их. Любит. Мы уже выкинули тут бумажки, какие были. И покажу само кольцо. Вот так оно выглядит. В 14-м каталоге не помню, на какой оно было странице. Смотрится вот так. Я так немножко попробую зафиксировать. Вот так оно смотрится. На ручке. Колечко ей понравилось. Говорит, будет носить с удовольствием. Давайте я вот на эту сторону, потому что сюда буду другие продукты потом ставить. Так, дальше. Решила я двойной аромат взять себе пробник. Вот так он называется. И вот так вот два пробника вместе смотрится. Нанесла на оба запястья. Первый аромат такой нежный, женственный. Второй аромат страсти, как заявляют производители. Давайте я вам покажу его в каталоге. Видите, тут говорится, что акцент на нежность и акцент на страсть. В первом можно посмотреть, какие ноты. И во втором. Второй аромат, то, что там слива, лилия, он более сладкий, насыщенный, терпкий. И он действительно такой, наверное, как страсть, жар, тепло. Вот что-то такое в нем чувствуется. Прям сладость. Кто не любит ароматы приторные, сладкие, то не понравится. Вот прям такой какой-то огонь. А вот который акцент на нежность, он очень приятный, свежие цветы, клементин. Вот, наверное, клементин делает красоту. А водная лилия ощущается, потому что, особенно при первом нанесении, через прямо вот небольшое количество времени ароматы пересекаются, вот они как-то похожие друг на друга. А потом уже в конце... расходятся. Один становится страсть, который более сладкий, а который нежность, он становится более нежным. А вот эта водная лилия, средняя база, наверное, вот она чувствуется.
сердце само аромата. Их как-то объединяет. То есть, если вы днем наносили аромат, например, первый, то вечером можно на него добавить вот этой страсти, и аромат станет просто более насыщенный и такой вот более яркий, если можно так сказать. Так, это вот, в принципе, весь заказ. И я взяла себе пакет-сюрприз. Просто не знала, что еще заказать, чтобы мне прислали каталог. Этот заказ у меня вышел... Вот это вообще без скидки. А это со скидкой 15%, но эта скидка составляла рублей 70, но за доставку с меня взяли где-то 180, плюс каталоги. В общем, я заплатила за все дороже, чем цены по каталогу были. Ну, давайте теперь пакет-сюрприз. Он такой пробитый. Я посмотрела, на самом деле, на Ютубе много пакетов сюрпризов, пока ждала свой. И где-то 6-7 вариантов видела. Вот, кстати, который я сейчас смотрю, такой я тоже видела. Давайте смотреть. Это лосьон от Альфа. Многие уже поняли, какое наполнение. Да, парфюмированный лосьон для тела. Очень люблю этот аромат. У меня он есть. И буду пользоваться и лосьоном. Вот, кстати, вот этого средства я ни у кого не встречала в пакетах сюрпризов. Это средство для снятия макияжа с глаз от Avon. Оно кремовое. Иногда я таким пользуюсь. Оно у меня получается вместо тональной основы. То есть у меня более простой вариант получается, чем у девчонок бывал. Элит Джентльмен. Это что-то она прям какая-то боевая коробка. Прям вся в пыли. Пыльная, прям грязная. Видимо, с каких-то прямо из недр склада мне досталось. Ну, на самом деле, когда входит в пакет сюрприз водичка, это хорошо. Пусть она даже мужская, ее можно и подарить, и своим мужчинам оставить. Пусть будет, она делает сам пакет более дорогим, ну, более стоящим, что ли. Вот. Ну, конечно, если вот сравнить тональное средство и вот этот вот продукт, то, ну, конечно, этот уступает. Тональное средство дорогое, а тут получается более дешевое наполнение. Скраб для ног Мохито и Лайм. Вот такой вот приятный у него аромат. У меня был крем такой. И последние три продукта. У всех абсолютно в каждом пакете этот вот карандаш от Натоптыши идет. Сейчас я тут все разорву. Давайте цивилизованно попробую открыть. Вот так вот он смотрится. Но вот карандаш, конечно, я очень хотела, потому что этим летом страдала, что у меня такого не было. Приходилось пользоваться лейкопластырями. Вот. А если бы был такой карандаш, то проблем с натаптыванием, натиранием ног не было бы. Так, лак. Лак. Какая-то бронза. Шер бронза. Давайте смотреть, что у нас тут за бронза. Вот так вот он смотрится. Я немножко потрясу его. Вот такой оттенок. Тонкая такая кисть. Прям крошечная. Надеюсь, это лак. А где тут написано? Ну, наверное, лак. Ладно, не буду. Что-то два в одном, мне кажется. Ну, в общем, вот. Я вам вот так покажу. А каждый сам поймет, что это. Я потом найду. Так, ну и последнее. Это даже... А, это помада, да. У всех она тоже присутствовала. Помада-маркер.
в оттенке клубника. Это прямо абсолютно у каждого. Вместе с карандашом от натирания стоп у всех была эта помада. А все остальное отличалось. Вот так он смотрится. Вы знаете, оттенок такой носибельный. Я боялась, что раз клубника будет прям красная, но нет, она такая приятного цвета. Буду носить. Себе оставлю, никому не отдам. Так, что у меня не закрывается? Закрылась. Вот такая вот сюрприза. Посылка у меня получилась. Небольшой, конечно, заказ. Пакет-сюрприз, но я не знаю, мне... Не скажу, что он сильно понравился, бывало и лучше. Но в любом случае, я представляла, что у меня будет. Примерно я так и думала, что будет вот это. Только для меня было неожиданностью вот это средство, потому что я его не видела ни у кого. Вот. Огромное спасибо за внимание. Напишите, надо ли листать 15-й каталог. Если надо, полистаю. Вот столько у меня тут литературы пришло. Всем спасибо и всем пока.